Несколько минут назад поступила шокирующая новость о семье композитора Игоря Юрьевича Николаева и певицы Юлии Проскуряковой. Несколько дней назад известный композитор вместе с Олегом Газмановым и группой Любэ вернулся из горячих точек России, где давал концерты в поддержку русского народа. Однако супруга певца Юлия Проскурякова не поддержала патриотические порывы Игоря Николаева. Семья Игоря Николаева – это уже далеко не первая звездная пара, которая из-за политической ситуации в стране готова разрушить свой брак. Два дня назад Алла Борисовна Пугачева в интервью израильской прессе сообщила, что не поддерживает политические взгляды своего мужа и даже пригрозила ему разводом. Супруга Николаева Юлия в своем социальном блоге написала: «Мне нужен бодрый и здоровый супруг. Я выступаю за мир. Я не хочу, чтобы Игорь рисковал своей жизнью». Сам Игорь Юрьевич настроен более серьезно и в интервью заявил, что в тяжелый для момент родины он никогда не покинет свою страну. Композитор мягкой и романтической музыки в душе оказался настоящим патриотом. Однако ситуация в семье российского композитора выходит из-под контроля. Стало известно, что вчера вечером после шумного скандала в семье Игорь Николаев переехал на другую квартиру. Юлия еще молодая женщина и не почувствовала вкус жизни. «Мне очень тяжело, что самый близкий человек не одобряет мою позицию», – с грустью констатировал Игорь Николаев. Российский композитор уже не первый раз поддерживает Россию в тяжелой ситуации. Еще в 90-е годы прошлого столетия он дважды выезжал в горячие точки, чтобы поддержать российский народ. «Я люблю Россию и никогда не уподоблюсь тем звездам шоу-бизнеса, которые покинули родину в тяжелый момент. Несмотря на мое уважение к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, я осуждаю их гражданскую позицию, их точка зрения мне неприемлема», – констатировал Игорь Николаев. Напомним, что в тот момент, когда настоящие народные певцы поддерживают свою родину, другие звезды в кавычках шоу-бизнеса отдыхают на жарких пляжах зарубежных стран. В своей социальной сети Игорь Николаев написал: «Я люблю Юлию, но долг перед Россией – дело святое. Жаль, что она не поняла меня».